США поддерживают проект Южного газового коридора. Также американские компании заинтересованы в участии в реконструкции и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Баку Эрл Лицемберг на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Отметим, что на встрече, состоявшейся в четверг, 11 марта, обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США в энергетической сфере. Была подчеркнута важность обмена опытом между двумя странами в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в процессе энергетического перехода. Обсуждены возможности сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере. Министр предоставил подробную информацию о проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере энергетики, в частности по расширению использования возобновляемых источников энергии, и о законопроектах, призванных регулировать соответствующую сферу, о планах по обеспечению зеленой энергией освобожденных от оккупации территорий. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.